Задачи по обучению грамотных и компетентных сотрудников таможенных органов будут решаться в рамках специально созданного структурного подразделения, которое объединит накопленный службой учебный и методический опыт. Такое решение приняло руководство ГТК в контексте реализации кадровой политики ведомства, что обусловлено прежде всего растущими требованиями к таможенникам в части квалификации и профессионализма. Сегодня правительством и президентом ставятся огромные задачи перед Государственным таможенным комитетом, возлагается огромная обязанность по выполнению тех норм требований, которые предусмотрены действующим законодательством. Для того, чтобы выполнить все эти требования, выполнить задачи, естественно, нам нужны высококлассные, высококвалифицированные специалисты. Кадры такого уровня в других странах готовят специализированные институты и центры, действующие при таможенных службах. Теперь такой центр есть и в таможенных органах Приднестровья. Свою работу он начал в день открытия, с проведения курсов первоначальной подготовки для сотрудников, недавно прибывших на службу. Работа в системе таможенных органов, она обязывает ко многому. И надеюсь, что вы, будучи слушателями, достойно в последующем пройдете, те, кто еще не прошел, испытания по оценке ваших знаний на аттестационной комиссии и станете достойными представителями тех рядов, которые работают в системе таможенных органов. В рамках функционирования учебного центра ГТК планируется также проведение курсов переподготовки и повышения квалификации сотрудников. В качестве преподавателей выступят ведущие специалисты таможенного комитета ПМР, многие из которых прошли обучение и повышение квалификации в Российской таможенной академии.